Сегодня на нашем рейве находится знаменитый певец Михаил Шуфутинский. Добрый вечер, Михаил. Сейчас осень, и мы хотели бы, чтобы вы спели знаменитую строчку из вашей шикарной песни. Пожалуйста. Опять, что ли? Да. Я календарь переверну и снова 3 сентября. Спасибо большое. Вопрос. Классно. 5 тысяч. 5 тысяч рублей. Это продолжаем наше замечательное шоу. Сегодня у нас будет рейверская свадьба. Женятся наши замечательные друзья, это Назан и Юркин Шпулькин. Итак, поехали. Сегодня 2 сентября. Календарь! И в этом замечательном дворе города Саратова вступает в брак Юлька Шпулька и Азан. Уважаемый невеста и жених, сегодня самое прекрасное и незабываемое событие в вашей жизни. Создание семьи – это начало доброго союза двух любящих сердец. С этого дня вы будете на всех рейвах рука об руку, вместе переживая и радость от хороших марок, и огорчение от ненахождения закладок. Создавая семью, вы добровольно приняли на себя великий долг друг перед другом и перед будущим ваших и возможных детей. Спасибо! Так, перед началом регистрации прошу вас еще раз подтвердить, является ли ваше решение стать супругами обоюдным и не заставили вас друзья, что просто хорошенько было. Мне кажется, его заставили. Как свидетели говорят, его заставляют. Его яйца в тисках. Вы согласны? Ебани. Раздевайся. Вам нужно сказать да. Да, я не знаю. Это на счастье. Так. Хорошо, ответить с вашим. Да. С вашего взаимного согласия, выраженного в присутствии свидетелей, ваш брак регистрируется. Можете пройти к бару, выпить на брудершафт, чтобы скрепить ваш семейный союз. Но у вас есть, можете так ёбнуть просто и всё. Дверь, молодой. Так, дальше что тут? Так, ну, а пить уже или не пить? Давайте. Рано, блядь, орёте. Здоровья! Оставим эту, блядь, на бабулек. Что такое, блядь? Дай челлинг договорить. Прошу вас знак любви и преданности друг другу обменяться обручальными кольцами. А ты ей вот эту вот... Азан, вали, пока не... Бро, это похоже на колючую проволоку! Такси Яндекс вызвано! В полном соответствии с семейным кодексом Российской Федерации, учитывая, что вы нормально упоярились, вообще в говно уже, наверное, ваш брак регистрируется. Объявляю с мужем и женой, ваш брак законный, поцелуйте друг друга. Ура! Дорогие супруги, дорога любви, вы пришли на этот рейв, соединив свои судьбы дешевым бухлом. Отныне вы муж и жена. Сохраните дату первых счастливых вот минут и пронесите их в чистоту и верность через долгие годы жизни. Ну и, собственно, гости и всякая хуйня могут поздравить новобрачных, да, можете орать горько там. Итак, наше шоу, как всегда, самое приятное. Смотрите нас. У нас проходят самые пиздатые свадьбы, самые охуенные рейвы, и у нас самые пиздатые бухло и самые пиздатые алкоголики.